Ну что, будем ловить горбушу. Поплавок 30 грамм. На ограничителях стоит у меня. Здесь грузило. Тоже я грузило на ограничитель поставил. И замотал красной изолентой. И здесь красный кембрик. И на конце делал кусочек креветки. И на такой снасть будем ловить сейчас. Посмотрим, что получится. Первая моя рыбалка в жизни на креветку. Горбушка где-то здесь. Вот, все. Ей, горбушка. Какая ты сумасшедшая, бля. А горячая такая вообще. Прикольно. Вот такая горбушка попалась. Прикольно. Еще одна горбушка. Еще одна горбушка идет. Вот она. Какая резвая. Все, вышло.
что, ребята, вот и закончилась наша рыбалка на горбушу. Вы увидели, что там творится на дне. Теперь будете иметь представление, горбуши очень много заходят. Ну, правда, сейчас она не вся берет. Есть очень много, видно, что горбуша стоит, но не берет. Я не знаю, с чем это связано. Вообще, которую я поймал, прямо я ее в руки взял, она такая горячая аж прямо. То ли вода сейчас горячая, ну, теплая очень в реке. Что рыбе не очень приятно, конечно. Ну, сегодня кайф, я все равно получил удовольствие. И поснимал, и порыбачил. Итак, с вами, как всегда, был канал Рыбалка на Кольском. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и как обычно, ребята, увидимся на речке. Счастливо, ребята, всем пока, удачи, счастливо. Ну что, ребята, сегодня я первый раз рыбачил на креветку. Ловил горбушу. Ощущения классные, мне понравилось. Горбуша тоже сопротивляется, тоже боец еще тот. Тем более мне такая попалась где-то килограмм полтора, не маленькая горбушка. Ну что, удовольствие получено сегодня. Клевая рыбалка.